6 февраля сотрудники историко-краеведческого музея подготовили программу для школьников, посвященную Дню вывода войск из Афганистана. Ребята познакомились с фотографиями и солдатской одеждой того времени. Урок мужества провел Дмитрий Попов. Он участвовал в афганской войне, был старшим лейтенантом воздушно-десантных войск. Дмитрий Михайлович – единственный в Десногорске кавалер боевого ордена Красной Звезды. Он рассказал школьникам о своей жизни на войне и дал советы на будущее. Старайтесь, чтобы вы были индивидуальностью. Не индивидуумом, а индивидуальностью. Потому что сейчас очень... Вот посмотришь, вот даже на ваше поколение, кто-то постарше, да? Вот по улице. Особенно касается парней. Все время идут стаи. Вот, сбиваются в какие-то стаи. То есть поодиночке они себя чувствуют некомфортно. Потому что никто из себя ничего не представляет. Вот такое ощущение создается. А вы постарайтесь сделать так, чтобы вы говорили: о, вот Иванов пошел, он знает английский на 5 баллов, да? Там пошел Петров, он знает математику там на 5 с плюсом. То есть вот этого. Дети слушали Дмитрия Михайловича, затаив дыхание. Мне очень рассказ понравился, было интересно узнать о произошедшем. Это достаточно, то есть по самому рассказу, это когда сам человек это все проходит, это чувство не передать словами. И таких людей, как Дмитрий, очень мало осталось. И проникновенно это должно было стать для мужчин, чтобы они были такими же защитниками. Ушла в историю афганская война, но в памяти людской ей жить долго, потому что эта история написана кровью солдат и слезами матерей. Поколение, опаленное ее огнем, как никто, усвоило военные и нравственные уроки той трагической войны. И об этом должно знать молодое поколение.